Ой, в общем, дочка меня позвала. Курица мостится, дивіться, ребята. Тут, получается, два яйца. Я стояла с Ольгой, разговаривала, и бачу, вона отсюда перейшла сюда, тут посидела, а потом перейшла сюда. И опять вона перейшла сюда. Ладно, давай, давай, зайчик, переходь уже сюда. Вот. Я забираю все яйца. С двух гнезд и не могла никак выбрать. Так о чем я вам и говорила, ребята. Я выращиваю тех курей, которые несутся и зимой, и летом. И зимой есть яичко, и летом есть яичко. Все, там комары почепився, да? Все, несу я яйцо, иду в душ, сполоснусь. Жарко очень, я на огороде сегодня работала. Так что в душ. И до вечерней управы. Это комарики. Вот так. Лена поставила им тут травку такую красивую, чтобы им не было скучно, да? Они тут нюхают, клюют. Ну, отпускай им, будет как забаву. Так, яйца у футболку собираю. Сейчас хоть бы не побить их, бо я это умею. С этим граням. Вот. Футболка у меня, бачите, яке пузо замазурене, потому что ягоди, сливи уже зреют, ягоди, то огурок вырвал, то помидорину вырвал. Вот, взяла с собой на огород литровую банку воды, а бігти до двору, там їсти чи что-нибудь. Вот, почавкав, почамкав витаминки, да и все, о, собрала яйца. Вот так, все, сейчас понесем. И складаем их. Вот так. О, эти молотки. Молодюхи. Молодюхи, гляньте, что как коты у нас лежат. Жарко, они разлеглись, красотулечки. Да, красотулечки мои. Так, все, я тут, значит, все пособирала. Пособирала. Посилку на Одесу отправляла Людмиле, а посилка была с перепелиными яйцами. Вот, о, бачите, вот так открою дверки с перепелиными яйцами. И трошки соломы порассыпала. Вот бачите, я сейчас сюда приберу. Вот, курица, это взагалі. Вона несеться. Бачите? Попелю. Несеться. Так їй нравиться. Бачите, яєчко не маленьке. Це вона так нравиться. Це щось трошки грязне. Курочка надірвалася. Так. Ну, отаку тазиками собираю Ліна яйця. І потім вивозю. У мене є свої, мої заказчики. У мене їх небагато. Це ті заказчики, що яйцо з'їдять. Вони не заінкубірують. От. То люди при таких должностях, що їм інкубірувати не треба. От. І навіть яйця мої з мого хазяйства їдять навіть в Одесі. От так, навіть в Одесу їм відправляють. Ну, це мама там своєї сім'ї. Так, а тут осталось. Я як продаю яйца, де крупніші, отбираю на продажу. А такі миленькі ми собі в їду. Нільчі. Так, все. Ох. Що, пастися хочете? Ждете мене вже, ждете. Гляньте, що вони творять возле калітки. Що вони творять возле калітки? Зборище тут ціле. А, прийшли сюди зборище. Ну давайте, йдіть. Давайте Лена вам открыет калиточку. И понеслись девочки и мальчики. Тип-т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 ип. Тип-т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 ип. Все вышли? Еще? Пестренько. Давай, еще есть? Еще. Давайте выходите. Тип-т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 ип. Давай, виходь. Тіпенька, тіпа, 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 виходь. Виходь, 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 виходь. Вони люблять, як я от кубахну в калітку. Вони розуміють, що калітка відкрилася. Це ж треба яке грамоти. Виходь. Ну все, ребята.
бачите, какие ветрюганищи. Сегодня последняя семерка. Последняя семерка в июле. А получается, як семерка? 7-го була дата така в июлі, 7 июля. Потім була сімерка 16-го і на 17-те, тобто 16-те 1,6. Потім була сімерка 17-го і остання зараз сімерка в июлі – це 25-е, а 2,5 – 7. А потом 2023 складаем 2, 2, 3, получается семерка, 3 семерки. Вот. Ну, это по эзотерике, по нумерологии, по экстрасенсорике, там, где мы изучаем магию и все остальное. То есть уже сегодня последний день. Ну что ж, будем ждать следующих потоков, які нам дадуть інопланетяні, вони нам сообщать, що буде далі проїсходити. Да, ребята, інопланетяні. Не думайте, що я там якусь ту или іну організацію той или іної сторони обзиваю інопланетянами. Я зараз називаю все своїми іменами. Яшка! Яшунь! Яшо! Бачите, який в нього кот на лобі. Бачите, він теж з програми прийшов. Це Яша. Десь був, і він або пробив проволокою, або крису ловив, чи щось. Яш, і оту щеку, приходить в нього така бульбаха. І що ви думаєте? Вон там в нього там є ранка. І ми йому дали таблетку. Ой, ти красавець, мамин. Дали таблетку олеговіт. Чи не олеговіт? Енерофлоксацин. О, бо я вам наговорю олеговіт. Енерофлоксацин. И на следующий день та шишка образовалась, она просто большая была, а потом образовалась такая чуть поменьше. И потом через день она прорвала. Все, еще дали ему 4 таблеточки, каждый день по таблеточке. Энерофлоксацин. У кого там петухи разорвали курку, курки спину или что. И котам, так же самое и собакам. Потому что собакам чолик наша прыгала, лапу десь пробила. Тоже энерофлоксацин, одну таблетку, другую, и все, лапка в ней притухла, и все зажило. Вот так курочки несутся у Лены, да, Яшка? Ну, маленький мальчик. Что ты прибежал? Все, нельзя, сюда нельзя. Сюда нельзя, Яша яйца. А, не, яйца забрала, но я тебя не пускаю. Не надо. Это что, мамина? Вот это же только прыгает лапами. Там, там, там. Десь лапку пробила, чи ногтик задерла, и все. И воспалилась лапка. И все. И мама давай лечить. Ну, как дети у нас. Это наши, как маленькие дети, понимаете? Лечим, а что делать? А что делать? Ты держишь этих животных? Держишь этих животных? Я иду в душ купаться, ребята. Жарко, духотища. Вот. Смотрите, не пустила Лена. Не пустила. Не пустила. То буває, я забудусь яйца забрать, а вони уже там. О, пішла цілуватися. Цілуватися будеш з ним?